члены суперпопулярной группы «Рамштайн» появились на свет в 1964 году в здании КГБ на Лубянке, в инкубаторе для выращивания секретных сотрудников. Созданы они были методом внедрения клетки Феликса Дзержинского в индюшачье яйцо, куда затем добавлялись 10 грамм закаленного стронция, толченая елочная игрушка и 1-2 чайных ложки соли по вкусу. После этого на яйца усаживался майор КГБ и сидел неподвижно в течение 3 лет, пока из яиц не вылуплялись секретные сотрудники. 10 сантиметров роста, но уже в форме лейтенанта КГБ и стабильным оружием. Этот метод по имени его создателей назывался методом Когана-Мельниченко, а сами Когана-Мельниченко называли его методом делания из яйца конфетки. 10 будущим рамштайновцам прокололи полный курс немецкого языка, который состоял из 40 уколов в живот и 3 ударов по печени, ну, чтобы лучше усваивалось. И, залив шоколадом, отправили под видом шоколадных зайцев в Мюнхен с заданием незаметно заменить все немецкие учебники на русские. Но тут Рамштайн ждал чудовищный провал. Подвыпивший секретный агент, который под Новый год получил бандероль с зайцами, съел 4. Поняв свою ужасную ошибку, наш резидент застрелился из гранатомета. А оставшиеся члены команды простояли у него на полке 20 лет, пока во время страшной жары летом 1985 года шоколад не растаял, а будущие музыканты в результате химической реакции приобрели нормальные размеры и приступили к выполнению задания. Они устроились музыкантами в бар «Сосискин und Zartelkin und Подливкин» на Гитлер-Капутштрассе. Взяли название «Рамштайн» в честь председателя КГБ Чебрикова и связались с тогдашним советским резидентом ФРГ Владимиром Путиным, который ждал их в соседнем ресторане с 12 часов дня 11 января 1965 года. Путин очень обрадовался, что все-таки дождался коллег, так как теперь он мог отлучиться в туалет. Вернувшись через 2 дня, он сообщил, что отбывает в Москву для вступления в новую должность, приказал музыкантам стать знаменитыми и ждать указаний. А сам сел на истребитель и улетел. Дальнейшая судьба группы «Рамштайн» известна всему миру. Остается добавить, что песню «Мутер» музыканты посвятили высиживавшему их майору КГБ, чье имя мы по понятным причинам назвать не можем, а вот фамилия его была Зюрколов. Песню «Я шоколадный заяц» поет запасной секретный агент, которого изготовили вместе с будущими рамштайновцами на всякий случай, а в 2000 году списали за ненадобностью.